Воскресенье, день тяжелый. Идем мы на базарчик. А этот огромный торговый центр, он как бы открыт, но как бы закрыт. В Польше все магазины по воскресеньям закрыты. Торговые, продуктовые. Про жабку, кстати, не смотрел, про бедронки. Ну, Лидлы всякие закрыты. Я думал, Икея, блин, какая-то такая интернациональная компания будет открыта. А Икея тоже будет закрыта. А мы идем на базарчик. Сняли наличку. Нажал на 200 злотых. Отдал мне 500 злотых. Почти последние деньги со счета снял там с определенного. Посмотрим, что там будет. Так, тут, я так понимаю, какой-то как барахолка, да, типа? Нет, или это новый вообще? Нет, да. Окунемся в мир польского базара. Почем у нас? А, подожди, это чеснок. 2,50. По 50 центов. А, эта штучка на 50 центов. Да. Огурцы по 2. Мама. Вот эти вот, они тоже съедобные? Да, семечки. Такие светлые какие-то. Вкусно было. Можно было бы купить, да? Можно было бы, да. Это лосось большой. А это мед, да? 35. Наверное, литровая 35 стоила, да? Огурчики в таких маленьких бутылочках никогда не видел. Пластмассы просто ложат и маринуют там, наверное. Знала, он взяла бы яичную. А такая у них может как-то тоже. Картошка 2,50. Так, Сережа, что нам еще работает? Ну да, так они же... Да, 2 утра, 4, 7, 7, 7 на 2, 14, 15. Так он любые 15 и все. 15? 15 я. Thank you.
Еще эту карточку можно будет вообще запросить. Добрый день. Пусть она в сборе на них в руку. Типа злоты 20, да? Где колебать? Да. 26 центов одного. 26 центов. Ну это 2,60. Батарея. Ну, может, здесь закупить яйца? Яйца отвести. Ну, хотя бы на самом деле. Да ладно, у нас же есть. Не, мамки. А, типа бабушки, бабушки. Бабушки продавала. Там уже все нормально. С тобой 300 штук взял. По 20. Я там еще на обратном пути запомню маленькую чуть. Ну а что, да? Понравился мне сервис. Здесь дороже, 7 с чем-то. Картошка 2,50. Ну это пик 60, наверное. Мед под торговым рядом. А есть по 80, а есть по евро 10. У меня такое подозрение, что он будет многие понимать. Колбаса по 32. Thank you.
А ты купила малютку? Или ты потом будешь? Да, мы здесь купили. Мы там потом придем точно. Чизкейки. А, здесь вот эти, которые для цветов такие, а вот здесь они как-то. Почему для попкорна? Для свадьбы у нас такой же был. Оазис. На машине клеился, так и чпок, и он там вода забыл. Что-то принесу. Что-то тяжелое, это там яйца. А? А я буду чисто просто с камеры ходить, да? Хорошо. Так вот, 6 золотых. 15. Чуть больше, чем один. Девчонка 23, что-то там, 43. Ну, я смотрю, там яйца были очень дешевле, чем евро 20, это самые дорогие были. Евро 20. 1,20. Ну, пошли, конечно. Ну, это... Дождь? Вот и кепки пошли. Ну, ее можно поменьше. Ну, так сделай поменьше. Можно как-то? Ну, так ты ее держишь просто и все. В смысле, это ширится. Dzień dobry Państwu, proszę przyjść. Tam lusterko jest, jakby Pan chciał popatrzeć. Aha. Sколько? 20 złotych. Tak, to będą nastrojki chodzić. Tak? A 20 to сколько? To 20? 20. 20, да. 26 штук. Ладно,
Ты не знаешь. Dziękuję serdecznie. Zawinąć pańskie trzeba, czy nie? Zaraz tam zrobię. A, dobra. Dobry. Witam, witam. Możesz to znaleźć. Ja chcę tam dwie. O, te średnie. No. Tylko żeby nie były jakieś tam króliczki za nocą. A z Maryszką na przykład? Nie, nie, są tylko dwie Maryśki. Ty też chcesz żyć. A jak? Tak, tam cztery. Cztery biedły. No, cztery biedły. Что, идем дальше куда? Что ты хочешь? А, там ничего нет, да? Это же... Да. Всякие тут постельные белья по 75. Йо! Не может быть. Видишь, йо? Ну, так, допустим, вот это 50 сумочка. Это десятка. Два раза XL-ка. И на размеру папу. То есть глубокий. Вот такие кепочки тоже по 20. А, труселя? По десятке. Добре. Добре. Який номер потрібний? Елька, для пана? Да, М-ка. Дайте у пана, усі скидай мене. Или надо? Надо? Такая СМ-ка. Это СМ-ка. Это СМ-ки, сиска. Сколько? 12 злот. 12. Это тоже, смотри, тут здесь тоже есть. Здесь тоже есть. Вот такого тоже есть. Але хороший материал, направда. Кохана, такая же 2XL-ка, такая XL-ка. Ты только одну трусу берешь? Я просто думаю, ты меня уже переубедила. Я начинаю вспоминать, сколько у меня трусы. Добра. А то не, а ты хочешь такі дуги, то сам по 18 за 15, окей? Ну добра. 27 разу. То сам подражали ціна. Ну добра. Направда попам. Добра. Пані завжди кричує. Добра. Не збайте. Ну що, тоді вернемося сюди? Ну, хто сподражає, не стане. Так, направда, попала. Хто сподражає? То есть, да. Ні, що, нормальний розмір? І чого? Посмотри на них. Это S-ка, я модрю, наверное, там была, когда там не влазила. Ну, бери, штука, да? Да, штука, да, нахуй. Она бы почему-то. Можно, да, да. А, есть. Мне без этого. Dziękuję bardzo. Jeśli za dużo, za mało, to przyjdzie. Okej, okay. Nie, ja nie przynoszę. Są dobre zawsze. Kochana, to wszystko M-ki. M-ki, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A taka też jest, matry. Да, это пять, тоже, да. Смотри, М-ка. То есть Л-ка. То возьми Л-ка. Вот это заниженный есть. Это маленький. Ага, маленький. Ну да, да, да. Ну возьми такие, да. Так, хорошо. Это. Еще один? Еще два. Пять. Еще два? Добра. А бамбусы не? Давайте бамбусы. То есть бамбус, смотри, бамбус, элька. А, такой. Это тоже. Пойдет такой? Пойдет.
Это тоже. Ну да, да. Два, пять вместе. Какие? Распределяй. Опять копейки тоже все откидаем. А? А ты не хочешь? Не, мне хватает. Сколько там все люди выгребают туда? Посмотри, кто ребенок не пасует за дуже, за мало, то мы выгребаем, не? Да, нормально. Нормально? Отдадим сыну. Это бамбусы 15 за 12 жителям. Хорошо, разом дать 60 сынов. Смотри, сколько копейки там тоже открыли, 5. Сколько там? Ну, нету там. 5, 7. 60, 100. Не хочешь вообще считать, да? Там же 7 злотых. Нет, вот эти все. Спасибо. Ага. Там одни 100. И все. Спасибо. Спасибо. Так, итоги похода на базар. 5 труселей, кепка, яйца, что еще, малина. И все. Как обычно, снова с деньгами. Боимся их считать, боимся их трогать. Да, кепку, грубо говоря, не глядя купили. Цену не глядя. 20, да, давай, а сколько это фигово стоит. Да, так и есть, когда с этой валютой другой. Все, погуляли по базару, увидели реальный польский базар. Поедем на море кататься. Все-таки этот Lidl работает. Наверное, всякие маленькие магазинчики будут работать. А как у нас в Латвии планируют закрыть всякие торговые центры? Вот наш дом. На самом-самом верху живем. На самом последнем этаже. А, кстати, у них окна, смотри, открыты все. У нас, наверное, единственные закрытые. Ну да. Да, вот торговый центр, который почти закрытый сегодня. Рядом с нами. Да, такой безуха здесь такая. С парковкой здесь такие проблемы. Не, ну мы нашли, мы запарковались там и оставили. По выходным парковка бесплатная. Там была Main Street такая, здесь маленькая такая улочка. Всякие кофеюшки там были, кондитерские, магазинчики. Велосипедики, парковки для велосипедиков, огороженные дыны. Да там же все равно какая разница, еще нам надо будет рандеван переходить. Родонда. Рандеван. Кольцевая. Все. Хорошо.
взять? Я все-таки купил вкусняшки. Я уже думал. Ну давай положим. Какая-то она такая. Такая интересная какая-то, да, была? Недовольная. А чего? Да посмотрела твою камеру. Когда я достал камеру? Что за камера осталась? Шушукалась там со своим там пацаном. Сколько там было? 42 злотых за килограмм. Заяц чистый. 42 злотых. Да. Ну это, ну сколько, 4 злотых за 100 грамм, я взял 100 грамм. И этот такой с сыром, с творогом, с сырным творогом. Магазинчик для взрослых детей. Все, последний день у нас в Польше. Наконец-то едем домой. Я хочу быстрее домой. Если честно, я хочу быстрее к этому спокойствию, к тишине. К собакам. К собакам. К хорошему, чистому воздуху. К полю, к ветру. К стихии. Он же видит, понравился. Да. Не, ну там реально чувствуется, что, блин, хороший воздух.